северо-западному побережью Великобритании приближается шторм, сформированный слиянием двух разрушительных ураганов, потрясших США. Синоптики уже дали ему имя. Брайан, ученые пока не берутся сказать с уверенностью, что произойдет с циклоном на подходе к берегам Британии. Вопреки первоначальным прогнозам, шторм не набрал силу, подпитавшись теплыми потоками тропических зон Атлантики. Однако и в виде шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду и проливными дождями он может принести разрушение. Важно помнить, что жизнь каждого человека очень ценна, и сейчас проявления разрушительных климатических изменений подчеркивают важность бережного отношения человека к человеку. Все мы – одна семья, проживающая на планете Земля, и каждый из нас может сделать многое не только для общего выживания цивилизации, но и для настоящей жизни в радости и единении. Наивысшая ценность в этом мире – жизнь человека. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную, ибо она хоть и скоротечна, но дает шанс каждому приумножить его главную ценность – внутреннее духовное достояние, то единственное, что открывает личности путь к истинному духовному бессмертию. Первая основа АллатРа. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.